В пригородном поселке Кривая Балка найдено тело пропавшего 4 дня назад Виталия Гасанова, брата руководителя администрации главы правительства республики Алексея Гасанова. Сегодня утром полицейские обнаружили тело пропавшего на берегу реки с признаками насильственной смерти, ножевым ранением в область грудной клетки, сообщает пресс-служба МВД по республике. По данным силового ведомства, 57-летний Гасанов 4 декабря примерно в 16:37 вышел из дачного участка в поселке Кривая Балка и не вернулся домой.